Утро четверга. Второй час в Киеве. Продолжается воздушная тревога. Несмотря на угрозу ракетного удара, у центрального и ныне единственного открытого въезда в Лавру очередь из машин. Здесь дежурят несколько нарядов патрульной полиции, неподалеку Нацгвардия. Сотрудники музея наблюдают за происходящим. Полицейские останавливают каждый автомобиль, который отправляется в обитель или покидает ее. Досматривают багажники и салоны авто. Нашей съемочной группе патрульные объяснили. Следят, чтобы священники не похитили музейные экспонаты. Работают круглосуточно. Днем осмотр каждые несколько минут. Так велик поток машин. После 23:00 здесь не души. В Киеве комендантский час. На территории монастыря под церквями, лавками и подсобками стоят пирожки и бусики. Из разных уголков страны сюда прибывают священники. Какая атмосфера царит в кругах братьев, пытаемся узнать у монахов и их начальников, управляющих святынями архимандритов. Здесь неохотно говорят о предстоящем выселении, ссылаясь на занятость. Никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Мы готовы на все. Нам бояться нечего. Мы никому ничего плохого не делали. Пусть нас обвиняют в чем только можно, но мы остаемся христианами, православными. Это борьба с православием. В Лавре поток прихожан. Поясняют, что идут к храмам поддержать обитель и Украинскую православную церковь. Людей непривычно много. Мы посещали комплекс накануне Рождества. Даже в праздники прохожих было до дюжины. Большинство разъехались из-за полномасштабных боевых действий. Сейчас обстоятельства иные. Люди узнали новости о предписании Минкульта КПЦ покинуть Лавру. С большой скорбью. Это, что я побачила, просто удручает очень сильно. И совсем это не по-человечески, мне кажется, даже. Просто не говорят, что не по-божески, но даже не по-человечески. Очень скорбно. Ну, потому что как так? Столько тут людей и живет, сколько ходят, весь город приезжают отовсюду, и все это закроется. Очень скорбно. За воротами Лавры мнения о происходящем противоположные. Вообще в украинском обществе два противоборствующих взгляда на события вокруг Киево-Печерского комплекса монастырей. Если коротко, они звучат так: не вмешиваться в церковные дела или отобрать у филиала РПЦ главную святыню страны. То, что происходит, это трагедия. То, что происходит, это трагедия. Трагедия не в том, что их выселяют, а трагедия в том, что до этого дошло. Дошло до того, что здесь скопление таких людей, которые не очень хорошо относятся к Украине, мягко говоря. Они отстаивали какие-то свои интересы. Рано или поздно это должно было произойти. Печерская лавра состоит из двух условных частей. Верхней – территории музея, где находятся главные церкви Успенская и Трапезная. И нижней – здесь живут монахи, в пещерах хранятся мощи святых. В конце прошлого года музей аннулировал с УПЦ договор о службе на территории. В начале нынешнего Министерство культуры расторгло документ об аренде всех помещений Нижней Лавры. Официально из-за нарушения условий и связи УПЦ с Москвой. Это природный нормальный процесс. Это естественный нормальный процесс, поскольку на диалог об отмежевании от российской церкви, которая поддерживает России против Украины, УПЦ Московского патриархата не шла. Вопрос, который сейчас возник, очевиден. Очень важно, соответственно, с законом мы отправили не просто сообщение о разрыве договора, а предупреждение о нарушениях. Была назначена ревизионная комиссия. На днях УПЦ созвала священный синод. Митрополиты решили бороться за право управлять обителью. После святые отцы отправились в офис президента обсуждать происходящее с Владимиром Зеленским. Сюда от Лавры 20 минут пешком. Требования архиереев выслушали представители администрации. Взвыли сирены ПВО. Священники быстрым шагом ушли на Крещатик прятаться в метро. Пришли ему показать свое внимание, свое почтение. Мы бы хотели тоже, чтобы к нам было тоже так же самоприятное окружение. Предстоятель и администрация Киево-Печерской лавры ежедневно записывают обращения к власти, украинскому обществу и представителям других церквей. Настоятель митрополит Павел считает, что к выселению причастны посольства западных стран. Минкульт в Лавре обвинили в ограничении доступа к мощам святых. В понедельник пещеры закрывали на сутки. Музей проводил инвентаризацию имущества. Дали время 2 недели. До 29 марта выселиться с обители. Мы не сможем этого сделать
Сегодня у нас нету места, нас некуда все это отвозить. Оставлять мы ничего не намерены. Вопреки словам настоятеля, вещи в лавре собирают. У зданий стоит мебель, скрученные ковры. У фуры неподалеку знаменитых пещер семинаристы загружают книжные этажерки. То, что на территории увидела наша съемочная группа, скорее похоже на большой переезд, нежели бойкот предписания уезжать. Вообще, в УПЦ считают, что главный выгодополучатель в истории с лаврой – Православная Церковь Украины. В начале 2019-го Вселенский Патриарх даровал ПЦУ Томос, то есть право быть независимой. Признали документ часть поместных церквей – Русская Православная Церковь, как ее некогда митрополия Украинская Православная Церковь, ПЦУ называют раскольниками. Напомню, после аннулирования УПЦ права аренды храмов Верхней Лавры, две службы в Успенском соборе провела Православная Церковь Украины. Минкульт утверждает, что решения передать обитель ПЦУ нет. До конца мая будет продолжаться опись имущества. Впрочем, предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний обратился к лаврской братии и дал понять, что комплекс в скором времени изменит юрисдикцию. Все свои возможности и авторитет мы будем... Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний нынешнего главы Лавры. Руководить текущими делами обители будут те, кто знает традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, поскольку принадлежит к братии, кто имеет способности и не запятнал себя преданностью русскому миру. Древнеславянский язык вместе с современным украинским языком будет богослужебным языком Лавры. До 29 марта покинуть территорию Нижней Лавры обязана администрация, настоятель и все высшие иерархи. Разъяснили суть предписания украинские власти. Монахи, по словам министра культуры, могут и дальше оставаться в келях и продолжать службу. Да, руководство УПЦ фактически собирает чемоданы, но призывает верующих прийти в среду, защитить обитель всеми законными способами. Православная Церковь Украины убеждает братию переходить под юрисдикцию Вселенского Патриарха. На уходящей неделе все стороны конфликта сформулировали окончательные позиции. МВД и спецслужбы, в свою очередь, уже сейчас готовят дополнительные силы на случай столкновений. В Украине, напомню, объявлено военное положение. Любые массовые акции по закону запрещены. Максим Плоткин, RTVI, Киев.